продолжим видео из Dreamforce. Вот здесь вот находится такое место, это называется Developer Library. Ты можешь подойти и взять книжки, которые хочешь. Очень круто. Вот много людей читаю. Очень здорово. Там какая-то Brain Engine. Любопытно. Это облачная система для разработки. Hey. Technology. Тут можно посмотреть. Уроку. Hey, what is it? Just little toys and sort of flip them around. Wow. Can I get it? Yeah, of course. Thank you. Yeah. You gotta flip it. You gotta flip it around like that. Hopefully it works. Okay. Okay, thank you. Попрыгунчики. I don't know where, I haven't seen it. Вот такие люблю всякие. Workspace, где можно так удобно развалиться, посидеть, поработать, подумать. Очень интересно. Кстати, тоже что-то. Кстати, Dropbox Chooser, что это? Да, Dropbox переписал свой API в последнее время. И появилось очень много клевых штук. Тут как раз демонстрация того, как это работает. Это очень правильно в том отношении, что чем больше разработчиков делают что-то совместно с твоим продуктом, тем у тебя успешнее продукт. Трубок заморочился и сделал очень много фишек. Так, все, сейчас я съезжу на третий этаж, посмотрю, что там. А потом здесь похожу, поищу знакомых.